Апекс, забери свой выигрыш. В игре высокий коэффициент выигрыша и минимальный вход в игру с 1 рубля. Играть тут проще простого. Делаешь ставку, и как только коэффициент пошел вверх, тебе решать, когда выйти из игры. Можно играть более осторожно, либо довериться интуиции, забрать крупный выигрыш, пока шкала не остановилась. Также есть функция автовывода при заданном коэффициенте. У них множество положительных отзывов и мгновенные выплаты на Киви или Яндекс. Кстати, если хочешь получить бонус, то переходи по ссылке в описании и получи бесплатную игру в подарок. Быстро. Они знают, блядь, что такое прокрастинирует. Вот я уверен, что хуй кто знает, что такое, блядь, прокрастинируешь. Потому что ты очень наумный. Да. Образованный. Ребят, кто-нибудь из вас знает, что такое прокрастинируешь? Прокрастинировать. Давайте, ребят, отвечайте. По-любому знаете. Да, конечно, знает. 1, 2, 3, все. Слушатели образования, чем я и горжусь, собственно. Мама, это идет. Посмотри, Дим, как она лежит. Видишь, какой он красавчик. Он даже прокрастинирует. Ну, ему-то не надо работать, понимаешь? А некоторым надо. Дела на потом. Откладывай дела на потом. Так, кто еще не загуглил? Давайте, гуглите. Слово прокрастинировать изучаем. Салам, как дела, Дим? Какой телефон у тебя? Ёб твою мать. Вопросы, наверное, из первой половины нулевых. Это когда в 5 классе. У меня нету телефона вообще, кстати, не шутка. У меня уже сколько, наверное, год? Ну да. Год примерно. Зачем, если уже не есть, понимаешь? Все можно туда. Стал больше работать с тех пор, как у меня нету телефона. Мне все еще говорят, что я прокрастинирую. Постоянно, нон-стопом просто. Да. Что? Что тебе снится? Крейсер «Аврора». Откуда ты такие песни знаешь? Помните, кому? Моя детка. Ну, у него сейчас голова отвалится. А насчет заявы, я ее напишу еще до выхода фильма. То есть, мне нужно было тогда закончить эту историю правильно, и тогда ничего бы не произошло. Ни с кем другим подобным. Таких ублюдков нужно наказывать сразу. Я сейчас с айпада. Он зевал и хотел мне нос. Иди папке нос откуси, иди. Ну, хоть папке нос откусить. Не жалеешь, что татуировки взял? Ты недавно про это же видос оставлял, да? Не важно. Мой носик мой. Ты мой дракон. Маленький. Досмотрим вечером фильм? Какой такой не смотри? Собачье сердце? Давай. Тебе понравилось? Да. Мне тоже очень. Я узнала, что... А ты смотрел? Есть такой сериал российский «Мастер Маргарита». И оказывается, что это снял тот же режиссер. Ты смотрел сериал? Нет. Он
кстати, очень неплохой. Давай. Хочешь посмотреть? Давай. Та-та-та-та-та. А, когда выходишь в эфир, первые минут 5. Норм, а потом набегают всякие долбоебы. Почему? Просто для статистики. Нужно как-то это учитывать, что всю информацию нужно выговаривать первые 5 минут, а потом выходить, потому что слушай, в течение 5 минут собираются всякие долбоебы. В своей жизни не посмотрел ни разу ни одного эфира, ни одного человека. Мне кажется, во-первых, долгий эфир неинтересно смотреть. Ну да. А нужно прям укращаться. Я просто проверил сейчас, через сколько появляются всякие долбоебы. И это примерно 5 минут. Первые 5 минут ты можешь что-то сказать. Думаешь, ты уже в 5 минут там? Думаю, да. Ну, потому что вот час понабежали долбоебы. Вряд ли 5 минут прошло. Думаю, прошла минута. Да, если бы ты что-нибудь интересное рассказывал. Хотя ты такой красивый, на тебя можно молча смотреть, любоваться. Обожать. Любовь. Комитик зарастает. А что ты делаешь? Вообще-то тебе нельзя вот это вот кнут. Я же не вижу отсюда. Нельзя бинт свой вязать. Ты же знаешь, чего ты. Ведь папку залез. Тут дело вовсе не в возрасте аудитории. Тут скорее даже вот долбоебы, это обычно те, кто постарше. Мне кажется, молодежь сегодня, она хоть немножко потеряна, но она умнее, чем молодежь, там, не знаю, 10-х, 11-х, 12-х годов. Привет, Владик. Ой, Владос. Посмотри, как он застыл, смотри, Тим. Он так застыл, уже минуту так сидит, прикинь. Ну не надо меня кидать подушку. А ты не делай так. Ладно, не буду больше. Негодяйски. Ты видел, что я поставила фонарик свой наверх, и теперь я каждый раз в зеркале вижу? Какой? А он тот? Угу, где написано. Угу. Круто. Канадянский. Иди папу за нос укуси, иди. Смотри, какой папа нос. Владик пишет, оказывается, его итальянка ходила в детстве на самбо. Интересно, как он это выяснил? Владик, тебя не держит там в плену. Братишка, все хорошо. Сообщи, если что. Мы скоро приедем. Надо спасать пацана быстро. Я предлагала ему к нам приехать. Да, ты красавчик. Ты красавчик. Она его вчера побила. Серьезно? Коленкой в пузо. Что? Это он написал? Mm-hmm. Серьезно? Да. Ты шутишь? Нет, он не шутит. Влад, ты шутишь? Почему ты на меня нападаешь так? Ты мой хвостик летающий? Ты что, хочешь маму скушать? Вообще. Серьезно была так написана? Да. Скажи, она красивая. Смотри, мне так нравится эта голубая с блесточкой. Да нет, я вообще-то тебя на папку смотрел. А как мне теперь платье надену?
Как же я теперь оденусь, если у меня такая блестящая, красивая масочка на лице? Ты тоже так сверкаешь, знаешь, можно тебя снять с Кирой, и там будет все блестеть. Тебе нравится утречка? А, ты же в эфире, прости, пожалуйста. Блестящая принцесса. Ту-ту-ту-ту. Серьезно, я не смогу платить на этот продукт. Почему не смогу? Потому что я же лицо намазала, придется рядом с тобой прости уж. Так, снять. После душа. Там-та-та-та-та. Я потом просто отклеивается, да? Ага. Окей. Почему только 20 минут надо подождать? Меня спрашивают, жена на лицо села? Да, и голубыми блесточками все повелось. Так было классно. Ты знаешь, что опять у нас полночь, больше. Уже первый час ночи в Берлине и третий час ночи в Москве. Мы опять не спим. Я еще собиралась немецким заниматься. Пишет, Шок, заебал тебе 40, что за грязевые маски. Вот долбоёба, когда, блядь? Где твой мозг, сука? Вот я не понимаю их иногда. Тебе 40 лет, нахуй тебе... А когда, блядь? 14, что ли? Ёбаный в рот, что у вас вместо мозгов? Некрасивый, как Земфира, не симпатизируй мне. Мне кажется, собака меня не узнает. Нет. Нет. На телефон не узнает. Проверь, тебя узнает твой айфон. Да, он меня даже с очками не узнает. Он же по антропологическим параметрам. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Есть любимая фотомодель? Похуй знает, если честно. Почему она это подрагивает? Почему фейс таким калом популярным стал, а пацаны, которые реально вкладываются? Вкладываются. И бля, это пиздец. Что? Просто. Чел не был таким красавчиком? Фига себе. Ты не скинул. Я знаю. Пойдем смотреть фильм. Какой? Альфа посмотрим. Ну как скажешь. Ну мы недолго, но надо спать серьезно. Мне ну сейчас я вот эту херню сниму с лица и все. Ну, можно идти спать. Ну поэтому можно посмотреть что-нибудь классное.
Вкусно, фотка, было весело. Прикольная же фотка. Это в этом архиве, из которой я тебе все эти фотки скину. Да, там типа русский солдат, советский солдат выходит с поросенком и надевает ему шапку офицерскую СС. Просто интересно, что, знаешь, как в Германии говорят на фашистов? Нацишвайн. Да. Мне нравится, да мне много чего в Европе нравится. Мне нравится Дания, Швейцария мне нравится, Австрия мне нравится, Италия мне нравится. Салам, Рустам. Как бросить курить? Просто берешь и бросаешь. О, у меня было однажды такое. Я просто взяла и подумала. Ты тоже взял, бросил? Угу. Сложно было немецкий выучить в начале переезда? Настя, тебе сложно учить немецкий? Немецкий просто, блин, жесть, а не язык. Я до сих пор в шоке. Швейцария одна из самых дорогих стран. Ну, бля, Дания дороже, кстати, по-моему, чем Швейцария. А Исландия — это вообще пиздец. Смотри, мне пишет один Стеф Бой какой-то. Сам, блядь, на каждой трансе вейп хуярит. Знаешь, когда я последний раз вейпил? А. Ну, просто есть машина. В декабре 2016-го. Представляешь? И тут нарисовался какой-то долбоёб. Вот я себе представляю это так. Интернет вроде бы как бы везде одновременно, да? А мне кажется, в России он немножко по-другому распространяется. Он очень-очень долго доходит до каких-то ебеней, каким-то долбоебам. Вот ему кажется, что я еще вчера вейпил. А я последний раз вейпил в декабре 2016-го. Он наверняка через месяца 4 увидит, что я в эфирах Сильдерейджеру. Я Шрек, это правда. Зато у тебя есть любимая женщина. Шреком быть круто, он класс. Ну нет, ты красивенько. Пум-пум-пум-пум. Народ не знает, будет ли у тебя концерт, если ты говоришь.
Но мы их особо еще не начинали пиарить, так что меня это не особо удивляет. Почему я реагирую на хейтерские комментарии? Ну, потому что не хейтерские, они тоже ни о чем. Ой, спасибо, мне все говорят, что у меня приятно. Почему ты отвечаешь на ебанутые вопросы, на серьезный хуй положил? Давай... На серьезке сейчас попробую. Покажите мне кто-нибудь сейчас вот в этой ленте один серьезный вопрос. Я на него отвечу. Шахматы умеешь играть? Серьезно же? Пиздец. Я обожаю шахматы играть. У меня есть разряд по шахматам, ты знаешь? Угу. Правда? Угу. Откуда? Я предполагал. Почему? Потому что ты маленькая задротка. Дети Нагана, им нужен свой негр Обама. Да. Просто там топач. Смотри, не все еще знают, что ты женился, представляешь? Это точно интернетом далеко в глубинке. Хоккей или футбол? Мне кажется, хоккей вообще игра для педиков. Почему? Бля, не знаю, все хоккеисты, которых я встречал, полупедики. Ну я откуда знаю, почему? Вот, пожалуйста, первый серьезный вопрос. Ага. И угадай, кто его задает. Серьезный вопрос. Я сегодня был экскурсоводом в Эрмитаже. Как думаешь, сколько из 40 картин Рембрандта там оригинально? Серьезный вопрос? Сколько? Я не знаю, потому что я не буду. Ну просто как думаешь? Братан, я знаю, что там весь Эрмитаж наполнен пизженными, отобранными, отжатыми картинами Рембрандта. Сколько там оригиналов? Я, по-моему, читал одну статейку, что там их... Не особо много. И не только Рембрандта. А у меня такой вопрос. Они не выставляют оригиналы? Нет, там просто перепродавали. Что-то не было. Мы смотрели с тобой «Собачье сердце». И там очень метафорически же показан народ, который сменил в 1917 году и ротация общественных слоев общества. Mm-hmm, да. Вот. И можешь себе представить, бараны, которые в этом фильме жгли паркет. Вот. Такие бараны и, в принципе, это ваши чиновники сегодня. До сих пор. Что, прозрачный или все-таки коричневый? Или он тебе прям вообще не понравился? То мне все равно. Давай коричневый. Да. Сделай одну руку коричневую, а другой прозрачный. Нет. Нет? Нет. Жена еврейка? Нет. Жена у меня русская. Хватало нам в доме еще одного еврея. Короче, приехали эксперты, их не пустили, так как они проверили поверхность Т-40 и сказали, что минимум 20 фейк. Вот я сегодня понял, откуда олигархи пидеры взялись. У меня не будет концертов на Украине, ребят.
не будет. А я не хочу там выступать. Это мой протест личный. У меня нету запрета на въезд, ничего. Я могу спокойно приехать, могу стоять. Вообще не касается людей. То есть мое отношение к Украине — это не мое отношение к украинцам. Разные вещи. Я буду выступать в Польше, они могут приехать. Мы найдем. Могу в Крыму выступить, приезжайте в Крым. Могу выступить в Польше, приезжайте в Польшу, ребят. Мое отношение к украинцам — с любовью. Мое отношение к Украине — с презрением. Я не поеду выступать на Украину. Да, мне нравится. Тебе же еще не нравится. Татуировка в 20, это глупо и легкомысленно. Крым окулирован. Вот та на ноге, которая ворона потом перебил. Которая ворона мозг? Угу. А что, интересно, не все не спит? Не думаю. Вот, смотри. Я же тебе говорил, эфир начинается, все норм, а потом сбегается просто толпа долбоебов и начинается. Когда в Москве жать? Когда в Минск будешь? Когда будешь в Екатеринбурге? Можно уже эту хуйню снимать или еще нет? Еще таймер стоит. Liegt dein Auge auf den Tresen, ist ein Zombie da gewesen. Я не понимаю, что ты говоришь. Weil du nicht lernst. Solltest du aber. Многое вы потеряли, не сделав концерта в Украине с РВ. РВСК. А почему вы так что потеряли? Нахуя Моисей водил людей 40 лет в пустыне? По пустыне. 40 лет? Да, 40 лет. Чтобы все старое поколение сдохло, ничего не смогла передать новому, чтобы через 40 лет абсолютно новое поколение, новую нацию формировать, забить им мозг определенной идеологией и создать из них целую армию. Я забыла немного. А ты знаешь, что есть такое, я тебе рассказывала про обезьянок, у которых висел банан, и не разрешали туда подходить к банану, и когда подселяли новую обезьянку, а старую не убирали по очереди, уже перестали делать так с обезьянами, не пугали их водой,
но все равно, когда все обезьяны сменили, все поколение, все равно они не подходили к этому банану. Куда? Я к тому, что, мне кажется, так не работает, что, типа, все равно... Да ты можешь высеяться? Что ты вертишься? Потому что я как кошечка, знаешь? Знаешь, так кошечки. Я бы такую кошечку, вот кошечки я терпеть не могу, так зашкварники нахрен с дивана. Пошла туда. Если ты со мной так сделаешь, я боюсь, мы перестанем дружить. Я с тобой так не сделаю. Вот это самый мой любимый теперь фильтр. Потому что он немножко божественный, твою силу. Хорошего, да? Много быть не может. Да, а вот красавчик. Как красивый. Ой, смотри. Это ты зай. Кстати, девочек тупых я встречаю тут редко. Что это так делать? Ну, вообще, во всех, когда выхожу, и мне задают такой вопрос. Чаще всего это мальчики. Ну, потому что у меня больше тупых мальчиков, чем тупых девочек. Ты знаешь, девочки, в принципе, у меня, если что, немножечко сексизма, это... Мне папа мне всегда говорил, ты слушай женщину, кивай головой, соглашайся. Ну, правильно. Потому что женщина умнее. В большинстве своем. Ты, конечно, самый умный мужчина. Я все правильно сказала? Смотри, как кто пришел. Ты не будешь больше писать, что ли? Я пришел. Влад, привет. Владик пришел. Буду писать. Тут как в рабстве. Почему ты это сделал? А нехуй всякую хуйню мне написать. Флажки свои, блядь, со смайликами. Привет, Владик. Влад, не хочешь спросить, когда Дима приедет в твой город? В Каны? В декабре. Другой фильтр. Давай вот этот мне нравится. Так, вот этот. Ну вот, я не смогла. Хотела, чтобы у тебя был носик. Давай реснички так красивые. Не хочу реснички. Солнышко. Открой рот. Вот так заебись. Мне это очень скейли. Охуенно. Какие тебе очки больше нравятся? Нормас.
Знаешь, что бы ты без меня делал? Отойди вообще. Да? Ты видишь, как это пляж? У Владика видосов много, кстати. Есть, например, фото, где я тебе хуй на спине напил. У меня есть все эти фотки. Компромат на... А мы разве ее вставляли? Мы же ее выставили. Ты ее выставила, я не вставил. Да. А, точно. А у меня очень ограниченный круг подписчиков, так что, Влад, никто их почти не увидел. Так мы еще пристали. Ты не отвлекаешь от работы. Прости, пожалуйста. Я буду дальше шить кроссовки, как китайские этот. Ребенок. Фу.